противник уничтожить. Каким чертом нас вообще сюда занесло? Теперь до конца своих дней будем выполнять поручения Левиафана. Я думаю, Левиафан сдержит слово и отпустит нас. Просто нужно выполнять поручения. Сомневаюсь, что в нем есть хоть капля сочувствия. Закройте свои рты и продолжайте работу. Вы меня утомили своим нитьем. Работайте, не покладая рук, ватники. Это вам не солнечный курорт. Здесь Левиафан ставит задачу, и если она не выполняется, вы идете в переплавку. Нужно что-то придумать, чтобы сбежать. Ты же понимаешь, что живыми нас не отпустят. Если будем выполнять поручения, у нас будет шанс. Не откликайся, я не хочу, чтобы меня переплавили. Где это мы? Почему здесь так жарко? Молча тащите повозки и не задавайте глупых вопросов. Это ад. А из них получились неплохие рабочие. Интеллект у них на высоком уровне. Согласен, это не наши бестолковые берсерки. Советские солдаты способны мысли. Мать честная, вот это да! Вы сдержали свое слово, осталось мне сдержать свое. Вы свободны, ворота завода открыты, у берсерков приказ не открывать огонь. А я же говорил, что нас отпустят. Время демонизировать Колобка. Для тебя есть первая задача. К западу от завода движется отряд советов. Ликвидируй их. Не могу поверить, что нас просто так отпустили. В чем же подвох? Все это потому, что Левиафан танк слова. Смотрите, парни, это разве не по нашу душу? Время испытать новенькие пушки и устроить небольшое сафари на неприятелей.